Чапаев. Это у нас Дагестан, город Хасавюрт, друзья. Хороший попытался перевод сделать. Город Хасавюрт, воспитанник школы Шамиля Умаханова. Вот также борец спортивного клуба, борцовского клуба «Искра». Данную встречу обслуживает. Так, первый период, друзья, накал страстей, конечно, здесь. Два борца заряжены только на победу. Здесь, конечно, разыгрывается путевка на Европу. Курбан Шираев является уже чемпионом Европы, правда, весовой категории 65 килограмм. Здесь уже, видите, путевку себе добывает весовую категорию 70 килограмм, друзья. Уже на самом деле такое восхождение Курбана Шираева именно состоялось на Ярыгинском турнире, когда он выиграл олимпийского чемпиона Сослана Рамонова. Борис Красный Бегов и Налбек Шириев. Степан, по 12 часов. Да, да, уже это. И Налбек Шириев, мастер спорта, первый тренер Анатолий Маркин. В настоящее время тренируется под руководством Анвара Мунишева. Также, друзья, победитель первенства мира среди спортсменов. Вспоминаю Хасавюрт и хочу передать огромный привет, да, и сказать огромное спасибо депутату Государственной Думы Сайгид Пашида Дарбишевичу Маханову за поддержку, то, что поддерживает борьбу в Хасавюрте и вообще в целом в Дагестане. Вот абсолютно всех борцов, в том числе и Курбана Шираева. Поэтому огромное спасибо за развитие, за вклад. У своего первого тренера. Курбан Шираев. Так, продолжается. Здесь получил Activity Time Курбан Шираев. У него 30 секунд. 30 секунд сделать активное действие. Работает. Доработать надо. И дорабатывает. Смотрите, на последних секундах Activity Time срывает себе Activity Time, берет полноценных трудовых 2 балла. Курбан Шираев продолжает. Так, продолжается борьба в центре ковра. Последняя минута первого периода пошла. Есть от Иналбека четкий, мощный проход в одну ногу. Сразу подтягивает. Анзор Уришев секундирует. Дорабатывает. И локоть прихватил, и ногу прихватил. Дорабатывает. Да, здесь есть 2 балла. Сразу отыгрывается Иналбек Шириев. 2-2 счет. И еще 2 балла. Делает удержание Курбана Шираева. 4-2 в пользу Иналбека Шириева. Удерживает на туше. Нет, одна лопатка, здесь должен уходить Курбан Шираев. Да, все, ушел. 4-2 счет. Ой, концовочка какая просто. Смотрите, как в концовке, в конце включился схватки Иналбек Шириев. Так, все, уходит на перерыв. Али. Ты посмотри, как включился, как мощно. Вначале зацепил ногу, там и мельницей не пахло, да, на самом деле. А потом уже в ходе этого всего прихватил руку, локоть и уже как на мельницу, давай вот эти накаты делать. Просто высокий класс, высокий профессионализм демонстрирует Иналбек Шириев. Ну, Курбану, конечно, сейчас Махмуд Идрисович тоже работу провел. Анзор Уришев, да, кто секундирует наших борцов. Сейчас колоссальная работа, тренерская колоссальная работа. Им со стороны тоже виднее, какие где ошибки. Сейчас Курбан тоже включится, он не оставит этого. Четыре-два.
Минута пролетела пока, знаете. Без активных действий. Смотрите, все как мощно забирают. Очень физически, два борца очень физически сильные. Еще для многих, кстати, борцов Курбан Шираев является неудобным соперником. Так, 4-2, 4-2, 2 минуты осталось. И Нурбеков, в принципе, устраивает. Он побеждает, он понимает, что Курбан будет атаковать, что надо подловить его на какой-то атаке. Наверное, избрал пока метод. Значит, хороший перевод, но все видит и Налбек. Смотри, проходы в ноги от Курбана Шираева видит, и все переводы видит. Хорошо, хорошо работает, хорошо работает. Ой, как хорошо обманул здесь, в обратном, в другую сторону пошел и Налбек Шириев. Взял еще 2 балла у Курбана Шираева. Хороший захват на накат. Будет ли катить, будет ли пробовать? Да! Нет, здесь может накрыться. И здесь 1 балл был, да, Курбан Шираев. Попытался, но видите, Курбана Шираева не так просто накатить, сделать накат. 6-3, 6-3, последняя минута. Последняя минута. В таком высоком темпе борьбу проводят финальную. Вот, понятно, что силы уже на исходе, но надо здесь именно включиться. Здесь прям надо оставить всего себя. Путевка разыгрывается на чемпионат Европы по мужикам. Хороший проход. Так, здесь 2 балла забирает Курбан Шираев. 6-5, 6-5, друзья, счет. 35 секунд, 35 секунд остается. Накал страстей просто вырастает. Вы посмотрите, что за борьба конкурентная. 6-5, Дагестан, Кабардино-Балкария. Все, последние, последние 30 секунд, друзья. Пробуем сделать проходы в ноги. Курбан Шираев. Все блокирует. Смотрите, догоняет, забирает ногу. Забирает ногу на последних секундах. Держит. Надо сделать посадку. И делает посадку Курбан Шираев. Забирает 2 балла на последних секундах у Иналбека Шириева. Да, на последних секундах Курбан Шираев одерживает победу, друзья. Поздравляю. Школу. Шорт. Шамиля Умаханова, город Хасавюрт. Поздравляю, я спортивный клуб «Искра», борцовский клуб «Искра». Очень интересную схватку показали два борца. Просто очень конкурентную. 7-6. Ну вот что значит борьба до последней секунды, друзья. Но Бек тоже восстанавливается, не может в это поверить. Последние секунды. Как обидно, конечно, потерять победу. Второй раз и Налбек Шириев занимает второе место. Не везет ему в финале.